Ваши впечатления от сегодняшнего дня? Можете пару слов сказать? А вы будете снимать? Я уже снимаю. Буквально вечером подошел один человек ко мне, который видел, когда благословляет, и он предложил свою помощь. Он из Житомира? Из Житомира, да. Он на тот момент он ходил в другую церковь, и буквально там начались ситуации в той церкви, но он приезжал постоянно на помазание, слушал слово от пастора Сандея. То есть практически он мне предложил, да, он мне предложил, что вы сможете, по крайней мере, на какое-то время, пока не определитесь с жильем, мы поможем вам. И, в общем, когда приедете, встретимся. Вот так мы с ним поговорили. Потом еще один подошел человек, который работал в Житомире в милиции. И он мне предложил еще знакомство с одним человеком, с которым мы поддерживали отношения. И, по сути, милиция, она даже искала жилье мне.